Ленинский городской округ посетила заместитель министра благоустройства Московской области Светлана Аипова. В ходе визита совместно с главой муниципалитета Валерием Венцелем было проверено состояние некоторых придомовых территорий и детских площадок. Особое внимание было уделено работе сотрудников управляющих компаний со специальным мобильным приложением. В нем определены 4 объекта для контроля за уборкой снега во дворах: тротуар, детская площадка, внутридворовый и внутриквартальный проезды. По данному нововведению, у представителей городских служб пока еще немало вопросов, ведь приложение работает всего чуть больше месяца. Проблема есть в чем? Первое, что геолокация иногда не совпадает с реальным положением дел. Эта проблема у вас сейчас уйдет после новогодних праздников, потому что завершилась оцифровка всех ДИПов, соответственно, оно будет появляться только по организациям. Если у Лютик есть всего детских площадок 10 штук, значит, только 10 штук он будет видеть. Ежедневно для каждого двора в приложении создается 3 задания. Допустим, пришли во двор, его уже убрали до вашего прихода, поскольку дворник вышел раньше. Да. Вы пишете, что уборка не требуется, чтобы сделать одну фотографию, или делаете до-после? Если действительно требуется уборка, если убрали не до конца, мы делаем, что требуется уборка. Дальше в приложении идет выставление процентов, насколько убрано или нет. Ставишь, насколько убрано, грубо говоря, там 50%. Потом убирается территория досконально, все, чтобы никакого мусора не было. Делается. Повторно заходишь в приложение, у этого же задание, оно зарезервировано уже. И ставишь, что не требуется. То есть, если вы понимаете, что у вас дворник выходил, и сейчас состояние территории абсолютно не вызывает никаких замечаний, делайте, пожалуйста, фото до-после. Понимаете, у нас получается, что... не требуется, это как будто на этой территории уборка не проводилась. Далее встречу продолжили у кинотеатра «Искра». Масштабное благоустройство здесь ведется с середины лета прошлого года. Светлана Аипова осмотрела набережную Тимоховского пруда с многофункциональным деревянным настилом, а также новую современную детскую площадку для ребят от 3 до 12 лет. Стоит отметить, что заместитель министра была приятно впечатлена качеством работы.